можем тебя хилить. Нахер ты вообще играл? Затаунтите вот ту фигню, которую, ну, кто-то таунт киньте. Я не могу перетаунтить, перетянуть сюда. Злой тут? Yeah. А что тебе надо тут? Ну, ты думаешь, ты типа заберешь что-то? Думаю, да. С кем ты разговариваешь, придурок? С ним все в порядке? А, блядь. Он у меня в муте просто, и я так и думаю, блядь, с кем ты там разговариваешь? Сука. Ну, злой, чего ты смеешь? Кто-то сказал что-то? Кикни, пожалуйста. Кикни тебе, пожалуйста. С удовольствием, Джерри. Мне послышалось, кикните ее, пожалуйста. Нет, тебе не послышалось. Наверное. Там злой мир, пиздим. Слышишь, Мак, а у тебя сколько маг в ГАЭСе? Айкен Блинк, вот этот вот. Пидор Блинк. Я сейчас на сове. У меня сколько где-то 6к. А что? Ну, и ты на него уже поешь, да, когда? Нет. Ну, пойдешь тогда в воскресенье тоже магом Окин. Окин? Это тебе прям вызов, мне кажется. Ну, давай. Когда вы идете, я реально, я прям... В воскресенье, давай. Я прям... Прям выходные, да, блядь, не буду ничего делать, с вами схожу. Точно воскресенье? Чтоб я это точно не пропустил. Точно, точно. Точно, вот Ира там. Ты уверена, что тебя возьмут с РСЭ? Бафника, Аскадим. Кто кулаки бафнул? Я буду бафить. Ну не возьму, так не возьму. Что поделать? Не пойду, значит. Анорексия, раздай всем каски. ВРК через РК, мне кажется, это первое. Анорексия. Я анорексия. Пожалуйста, если там есть шкаф. Нет шкаф. Поставьте шкаф. Ракшас. Бывший Антон, поставь шкаф. Он АФК, значит сам лезь, и Джерри. Че у нас рылов нету? Пульти, пульти, босс, пульти. Каски раздайте. Рост, рост, рост. Рост. Да какой рост, не надо. Все равно откадаешься. Ну, к болтару нет. А он тебе нужен на болтаре? Да. Зачем? Ну, чтобы пофыкашить перед Халионом. Твое мышление ограничивается двумя шагами вперед, а надо дальше. Шагами, блядь, шагами. Тупой. Мне интересно, если бы я сам себя не поправил, она бы поняла ошибку или нет?
Ну, к примеру, в слове «поняла» не поняла, да? Зависла. Гуглит, как правильно пишется слово «поняла» или «поняла». Я знаю, как пишется. Пишется оно одинаково. Окей, Google, поняла и поняла. Пишется одинаково. Фух, я щелчком обогнал все-таки. Там фуловый советник. Суманите Джериона. Дима, уже прилетел бы сам. Может быть, нет. Я дирижабли и сижу. Само нужно 5-10. Угу. Значит, фуловый. Но это не точно. Мне кажется, одну шмотку можно там и поменять. На какую? А ну типа самогон мне говорил, что тут на этой своей меткости много. Ну. Поклонская спекнись протопала. Или у тебя нет? Да был у нее протопал. Ну или кощуга там, без разницы, кто из вас между собой можете разобраться. Поклонская спекнись речь. Поклонская. Тихни ее. Фух, она тут уже. Или он. Декан, основу танчит пряник. Первую купит Поклонская, вторую. Начинай. Бабушки. Бадюшс. Рост. Зачем? Чтобы меня не убило. Вдвое сильнее страдания. Спасибо. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Конечно, смотрю. Чуть-чуть только, не до конца. Но до сих пор... Ваня, Варенька тут? Черные драконы. Явились из ниоткуда. Дима, если он не придет, придется тебе рулить. А ты что, не можешь?
Я не могу захилать. Но он придет, не ссы. Давайте бабку инту бафните, идите пульт танки. А я спряталась. Алекс сразу выбрала достойность. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритрия. Но боюсь... Слуги! Виталик, ты знаешь, кто такой Вова Селиванов? Помнишь? Ну, Вова, Вован. Да, Вован. Но. Он похож на Войда? Не, Войд не дотягивает. Мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Напиши ему, слышишь... Боже, я забыл твое имя. Тебя зовут Саша, я угадал? Как Сабика зовут? Как Сабика зовут? Человек нет ни одного Саши, что ли, блядь? Почему никто не сказал, да? Данила, я все вспомнил. Охуеть. Саша, где? Ваня пришел, что вы хотите? Ваня всегда приходит в самый нужный момент. Он слышит нас с урка и просто приходит тогда, когда мы уже убиваем боссов. Мини. Зачем мультидотать с ошибкой? Зачем давать иссушение разума, когда ну, лича бьешь духов? Кто-то дает иссушение разума. Ты даешь иссушение разума, что ли, блядь? Лича? Сейчас я их дает. Не, это пиздец, как. Но она как бы не сильно понимает свой смысл существования, поэтому ну, ей простительно. Тыкни. Разрывать ни одного раскола. Виталик, если я сейчас ворвусь... Не разорвал. Слышишь? Виталик, если я сейчас ворвусь, ты обидишься, так что я тебе не буду отвечать. Куда ты ворвешься? Тебе мут опять даст, и все. Ну, он только муты может давать, и все. Как вчера. Заява. С кем вы разговариваете, я не понимаю. Тобой, Виталик. Ты тут бог или кто? Да, и так раги не хватает, то вы еще... Старый. Что, разговаривать? Никакой разрыватель не обогнал. Никак вообще. Блин, злой тебя разрыватель обогнал. Моя скромность не позволяет мне признать свой статус. О, Джерри, он хорош вообще. Ваня, ты будешь релить? Ваня. Азиум, Варенька. Так, все, я релю, все? Да, все. Может, да, фулбаф и половку, что там, тактику рассказали, не? Не, мы тебе это предоставили. Давайте, первое, что во тьме Анорексия на броню убирает, на каст Тауру, Фридом, этом сами разбирайтесь. Так, что тут по там? Ну, ты пропал. Давай, прядник танчишь, первый заходишь во тьму, декан будешь танчить големов, на второй фазе будешь халена големов танчить. Анти... Мы секьюрити, свету остальные все во тьме войд подиспелит, свету будет диспелить квадропедра на второй фазе. Нормально. Так, и по инорам. Да нормально. Теперь по инорам пухнастик секьюрити заливаешь, доктор врач, лолику. Лолик по тьме будешь хилить. Когда зайдем, сразу кидайте инор. Теперь четвертая пати будет оставаться добивать, кроме демона. Демон заходишь, мы остаемся добивать. Так, во тьме, дай ассиста. Повтори лолик, где хилит, не спрашивай. Тьму будет танчить, начинает пряник, заходит во тьму пряник. Декан будет свет танчить и големов. Так, во тьме там будете по три сориентироваться, дайте там меточку ему. Я в свету, Ваня. Васап, дай ему ассист или рел опять дай. Давай, я дал тебе лидера. Понял. Поменяй его тоже. Во тьме будете по печеньке ориентироваться. Давайте заходим за линию, там чек на пол. Поставил этот от огня ауру, там тотема можете не ставить.
что на мне печеньки? Ну, поставь же, хватит мне там. Охуеть, ладно. Кто умрет, я не виноват. Так, еще раз на пол что-то забагалось. Же Педро. Зачем ты еще рыба? Там вторую фазу еще дисплеишь? Так, давайте все готовы, заходим в забение, пряник начинай. Отлично начал. Стали себе печеньку, близко не подходите. Анарксия, выноси. Чуть хвост возвращается, смотрим, сейчас будет падать. Падает, бежим. Так, смотрим лужи. Лужа нормально. Так, сейчас выноси, мелкий трэш на поклон спа на пульте. Доктор, выноси, через хвост возвращайся. Смотрим, сейчас будет метеор падать. Отойдите от Халеона, кто там стоит. Близко падает, далеко бежим. С лужи смотрите, как будет литься. Так, смотрим, лужа вреет аккуратно. Давайте, бьем Халеона, переводим. Без фальти. Так, подожди, не заходи во тьму, хитти пряника. Подожди, не заходи, пусть лужа пропадет. Играйте пока в мелкие, ну, у тех больших. Давай, ДК, прожимайся, заходи. Рейд, заходите. Сайди там печеньку, чтобы вас там не поубивало. Ребят, все, заходите. Заходим. Давайте пропускаем лезвие, ближе к морде выносим сейчас. Пропускаем лезвие, ближе к морде, щелочка. У тебя классика или? Нет, нашел сон. И нарисуем шаманом друида. Давайте. 55 по слезе будем выходить. Конский. Пятьдесят один, свет, готовьтесь. По слезе будем выходить, портал только не залейте. 50 фаза. Смотрим метка. Китика, это выноси. Выходим в свет. Редискин приуныл. Так, доктор, рез Редискина. Скажите, когда можно будет выйти. Захитить его. Выходи. Быстрее через задний портал. Просто светло. Стой, подожди, не заходи уже, стой. Перебегайте. Бежим. Скажите, когда ему зайти можно будет? Можно. Ходи. Так, давайте. Играем свет по трэшу. Это для больших, великих, маленьких. Анорексия, выноси. Рост во тьме. Рост во тьме. Присты, бьем через взрыв разума. Давайте, мелких стилей, можете в Халеона играть. Свет не бьем. Этот Халеона, пухнастик, леса, щелочку. Свет, не бьем, Халеона. Чего вы, тьма, прижмитесь, дайте сакву там. Мастер, прожмите, стоим, ждем. Леса, щелочку, дайте баф. Смотрим, бежим. Не бьем, Халеона. Не бьем. Мелко. О, кинесе снах, пала.
Играем только по трэшу, Свет, лужа влет, аккуратно. Давай, Свет, по трэшу играем. И бьем Халёна потом, милики, можете их и мелких бить, и... Чё у нас Редискин до сих пор? Можно заходить ему? Да, можно же. Редискин, заходи быстрее в задний портал. Давайте, бьем Халёна, Свет. Редискин, давай, вали отсюда. Бирак, кто там, выноси квадропедра. Давайте, бьем Халёна, Свет. Бежим. Бьем Халёна. Лужа, смотрим. Давайте в трэш играем. Так, прими квадропедра, давай гимноману ставь. Ой, ставьте тотем, секьюрити. Просто конь. Отведи мелких, отведи мелких. Отведи мелких. Мелких отведи. Отведи. Отведи мелких. Свет, играем только мелкий трэш. РДД, помогите, мелкие растут. Сливаем их. Может, не во тьму зайти? Не бьем, Свет, не бьем, заходи. Свет не бьем, только от мелких. Стой, стой! Бежим. Заходи. Скажите, когда ему зайти. Заходи, ну нормально. Бьем Халёна, смотрим лужи. Лужа вреет, аккуратно. Давайте, как обычно, играем. Я здесь просил сам. Лужу отрезал. Свет, играем по Халёну, тьма стопает. Играем больших, играем Халёна. Играем в мир, во всех играем. Тьма стопайте. Все, добивайте ее. Трэш. И ждем на 60% будем добивать. Халёна не бьем. Халёна не бьем. Но сука, не бейте Халёны, тупые. Смотрим, лужа сейчас будет. Блять. Вот дебилы. Смотрим лужа, играем по трэшу. Играем большого, играем мелких. Скажем спасибо пристам. Фератрол выноси. Бьем мелкий трэш, бьем большого. Хильте поклонского. Добивайте мелкий трэш, ждем 60 и будем добивать. Сейчас добиваем Халёна. Здесь хорошо. Бежим и добиваем. Смотрим лужа последний, добивайте Халёна. Лужа вреет. О, давай злой, на ручи твои. Рольте чешку, хилоскую на мейн. Блять. Раз.